приходим в эту жизнь пройти какие-то свои уроки. Каждый свое. Но в этой жизни в целом, в этом мире, существует ряд ценностей, предназначенных именно для человека, которые в современном обществе постепенно куда-то деваются, исчезают. Вот. И достаточно большое количество людей так и не находит своего места в жизни, проживает ее как-нибудь и уходит. И у меня возникла мысль о том, что все в твоей жизни начинается тогда, когда твоя позиция, она выстроена очень четко. Кто я, что я здесь делаю, для чего все это. Поэтому формирование личной внутренней позиции, самооценка, поддержание своей самооценки, выстраивание основных жизненных ценностей. Именно это, на этом я и решил строить свои отношения с этим миром, делясь своими уроками, своими наработками, для того, чтобы другие люди могли точно так же воспользоваться моими знаниями и выстроить свои позиции в этой жизни. Вот. Я был воспитан в лучших традициях Советского Союза. Служил на флоте, стал глазным хирургом и везде становился профессионалом. В конечном итоге система, в которой я работал, приложила максимум усилий, чтобы я оттуда ушел. Мои личные принципы просто не позволили мне дальше унижаться. Я познакомился с индустрией MLM в 1997 году, и прошло достаточно много лет, прежде чем наступил момент, когда я по достоинству оценил, какие великолепные возможности дает эта индустрия. И сегодня я колоссально благодарен за то, что у меня эта возможность есть. Неважно, сколько вам лет, 20, 40, 60, если вас что-то не устраивает, и вы не разучились мечтать, меняйте свою жизнь качественно в лучшую сторону. Жизнь платит за усилия. Везет тому, кто везет. Преуспеет тот, кто не бросит. Все правильно. И самое главное, созидает только любовь. Создавайте ценность для других людей. Искренне стремитесь помочь им решить их задачи. Это основной закон бизнеса. Меняйтесь сами, и мир вокруг вас изменится. Когда-то я принял решение и остался ему верен. Я желаю вам правильного выбора. Удачи, друзья! Научились наконец-то обращаться со змеем. Так здорово. Да.
русском поле запускать вот такие штуки. Это так интересно. Это жизнь, ребята. Удовольствие. Это счастье. Отпускайте дальше!